Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами популярным в последнее время напитком кофе Дальгона. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Для рецепта понадобится кофе, сахар, молоко и вода. Кофе перемешиваем с сахаром, добавляем кипяток, тщательно перемешиваем и взбиваем миксером до появления густой, пышной пены. Поверх холодного молока выкладываем пену. При подаче можно добавить кубики льда. Надеюсь, этот рецепт вам понравится. Приятного аппетита и до новых встреч на моем канале.